В советское время здесь, на территории Полесья, была очень масштабная мелиорация. И как вы сейчас смотрите на судьбу осушенных болот? Вы знаете, у нас проблема удержать эти посевные площади, эти земли, поскольку природа отвоевывает, она с нами воюет, она хочет вернуть эти земли. И там, где мы прозевали, проворонили, там я направлял мелиораторов, чтобы они восстановили эти площади. Дополнительно осушать какие-то болота и прочее я тоже не планирую. Нам бы восстановить то, что сегодня в конце распада Советского Союза, лет 10 мы наплевательски относились к мелиорированным землям, а потом и денег особо не было. Мы восстанавливаем, насколько у нас хватает денежных средств. Дальше двигаться куда-то пока нет необходимости. Вы видите, что мы и так 5,5 миллиардов долларов получаем от продажи сельхозпродукции. Ну, может быть, и больше надо было бы. Если надо после пандемии, мы посмотрим. Но не так просто продать. Это же надо пробиться на рынке. А это непросто. Вы видите, как блокирует нас Россия с поставками продукции. Когда наступили эти времена, тогда попросили, давайте будем восстанавливать торговлю. Хорошо, давайте. Но мы не замыкаемся на одну страну. Поэтому если осваивать какие-то земли дополнительно, тем более вкладывать огромные средства в мелиорацию, вы знаете, что это недешево, надо подумать, что мы там будем производить и где продадим. В свое время мы раскрутили мелиорацию. Нужно побольше денег вкладывать для того, чтобы восстановить то, что когда-то было мелиорировано. А правильно это было сделано или нет – знаете, трудно сказать. Где-то, наверное, с дуру осушили то, что не надо было осушать, получили засуху. Вот губернатора я первый, когда вышел с вертолета, спросил, как будем орошать Гомельщину. Решение определенное есть, потихоньку водоемы эти, водные хранилища открытые начинаем заполнять, чтобы дать приток, воду поднять.